Самый узнаваемый нью-йоркский гангстер, кумир миллионов, исполнитель сотни ярких ролей Роберт Де Ниро отмечает 80-летие. В любом возрасте этот легендарный актер остается востребованным благодаря своей неувядающей харизме и редкому таланту. Ежегодно выходит несколько картин с его участием. Сегодня мы вспоминаем его роли и пересматриваем лучшие фильмы вместе с Виджу плюс Мегахит и Виджу плюс Камеди. 17 августа 1943 года в семье художницы Вирджинии Адмирал и скульптора Роберта Де Ниро родился сын. Родители не стали долго думать над именем и назвали его Робертом Де Ниро-младшим. За школьной партой будущему актеру не сиделось. В 14 лет он бросил школу, чтобы присоединиться к уличной банде. Но, к счастью, настоящим преступником Роберт не стал. Спустя много лет в интервью он расскажет, что этот подростковый опыт помог ему перевоплощаться в гангстеров и мафиози в кино. В 1970-х Де Ниро познакомили с режиссером Мартином Скорсезе. Встреча стала судьбоносной, и их творческий дуэт дал мощный толчок к развитию гангстерского кино и оставил след в мировом кинематографе. А после роли молодого Вита Корлеоне в фильме «Крестный отец 2» Роберт Де Ниро проснулся знаменитым.